Ребята, всем привет! Всех с праздником 8 марта! Всех девчонок, я имею в виду девчонок, мам, бабушек, сестричек, подружек, всех-всех-всех поздравляю с 8 марта! Мы с Кирюшкой уже подарки получили, она свои получила подарки, я свои получила. Мне огромное спасибо подарили шоколад мой любимый, а также мне подарили вот такие красивые цветочки. Вот, посмотрите, какие красота, просто невероятно. Я очень довольна, очень счастлива. И мне еще Кирюшка подарила вот такой шоколад с папой. А также подарили букет из этих, из желеек. Так что я сегодня кушаю желейки. Кирюшке я тоже подарок сделала. А, папа Кирюше подарил тоже шоколадку. Ой, боже мой, она растаяла. Тут лежит возле батареи. Надо сейчас положить в холодильник. Совсем растаяла шоколадка. Так, выкладываю ее в холодильник. Свою тоже положу, потому что у меня все лежит возле батареи, а это нельзя. Я Кирюшке подарила вот такую вот какашуньку слаймов. Так, ребята, мне кто-то звонит. Все, поговорила. Это мы сейчас договариваемся всем семейным составом поехать же поздравлять нашу бабушку с 8 марта. Вот здесь уже у нас куча подарков приготовлена, поэтому поедем поздравлять всех наших любимых женщин. Кирюшка сейчас гуляет на улице с подругой, она тоже ходила с утра, поздравляла свою подружку с 8 марта, подружка ее поздравила с 8 марта. Кирюшка придет, потом покажет, что ей подарили. Но, в принципе, что я хочу сказать. Все, что будет происходить, скорее всего, будет на Кирюшкином канале. Почему? Потому что это, можно сказать так, ее праздник. Чуть-чуть моего будет, чуть-чуть на Кирюшкином канале. Так что смотрите на двух каналах нас. И еще я хотела сказать одну очень важную вещь. Я уже, в принципе, делала прямой эфир. Но еще раз повторюсь. Ребята, у меня второй раз отключили уже комментарии. И YouTube прислал мне уведомление о том, что мой канал не соответствует требованиям по каким-то причинам. И комментарии будут отключены. Поэтому я все комментарии сейчас отправляю на разработку. Вот, я их потом буду все просматривать, и те, которые буду считать ненужными, буду просто-напросто не открывать, а так стараться вам на все, конечно же, отвечать. Посмотрите, эта Кирюшка мне сегодня подарила вот такой вот красивый. Это как бы они делали в школе браслетик, но я себе решила его на шею повесить, и я сегодня целый день буду ходить вот с таким вот красивым ожерельем. Мне очень-очень нравится. Я вообще люблю, когда мне ребенок дарит подделки, сделанные собственными руками. И еще она мне подарила открыточку очень красивую, тоже мне понравилось. Все это можете увидеть на Кирюшкином канале. Все, ребята, мы потихоньку собираемся. Папа наш убежал на работу, потому что там ему надо кое-что доделать. Да, он сегодня работает вот так вот. Он работает у нас всегда. И если вы заметили, меня наконец-то вчера покрасили. Я такая довольная, такая счастливая. Все, я уже не седая старушечка. Да, вот так. Все, так что я готова. У меня все собрано. Все приготовлено. Единственное, нужно сейчас достать с балкона переноску для собак, потому что собак я сегодня забираю с собой. Переноска готова. Собаки, вы готовы туда залазить? Заходи, Шантюсенька, заходи. Проверь, как там, все ли нормально. Нет, Мишанька? Шантюська, заходи. Поедешь со мной? Шанти, поедешь со мной? Ну, давай тогда заходи. А ну, попробуй. Не забыла ли ты, как сюда заходить? Шантюся, залазь. Давай, давай, залазь. Ну, давай. Они страшно не любят переноску. Залазь. Ай, ты молодец. Молодец, моя Шантечка. Умничка. Умничка, молодец. Кстати, переноска уже маловато. Надо побольше покупать, потому что она уже реально для одной собаки. Но так как мы будем ехать очень-очень быстро, поэтому уж потеснитесь здесь вдвоем. Не хотят машину брать собак без переносок. Да, Мишанька? И ты тоже поедешь с нами. А там уже будете гулять на свежем-свежем воздухе. Ребята, я уже дома. И сейчас я покажу, что мне подарила подружка. Мне подружка Лиза подарила вот такой крутой чехольчик.
И он с котиком миленьким, тут ушки вот так могут гнуться. И можно любой брелок сюда повесить. Я, например, повесила мою тёмку с ананасиками. Так, все. Переноска готова, да, наша? А, подарки собраны. Кирочка готова. А, курточку берешь с собой? Да. Бери с собой курточку эту. Я хочу накраситься. Накраситься хочешь? Ну, договорились, я тебе разрешаю. Все, ты готова? Да. Ну, отлично. Тогда вызываем машину и звоним нашему папе, чтобы уже выходить. Посмотри, как он домой спешит. Спешит, никак не дойдет. Угу. Папа пришел наконец-то наш, мы его дождались. Да, теперь мы уже собираем все наши баулы и выезжаем. Собаки, в переноску! Быстро куда? Залезли. Папа. А ну вперед! Вперед, залазь. Опанашка. Да, Кирюшке чехол такой классный подарила подружка. Покажи. Только слушай, давай, знаешь, что сделаем? Очень красивый. Мы готовы и выезжаем. Единственное, сейчас нужно загнать собак в переноску. Так как их туда загнать очень-очень сложно. Так, Кирочка тоже одевается. Садюся, Мишечка. Ты джинсовую куртку берешь? Не, ребят, мы, конечно, так не едем, мы одеваем сверху пальто, потому что будем возвращаться вечером, ну, а там можно ходить и в таком виде. Да, котик? Мишечка! Давай, собак, быстро высовывай и переноску засаживаем. Посмотрите на эту Кирюшку. Мне жаль. С целыми баулами она. Так, собак ко мне, а подарки можно туда. У нас собачки сидят, переживают очень сильно. Кирюшка, вылазь. Праздничком. Спасибочки большое. Так, Кирюшка. Давай. Привет, мам. Не мое. Иди хорошая. Ой, типусь. Поздравлялочки, обнималочки. Так, собак, выпускаем. Да пускай там сидят. Да как это? Выходи. Выходи, все. Кто там? Мишаня, кто там? Давай, доставай подарок. Давай, папе, чей? Бабушкин. Папе, отдай вот эту штуку. Держи. Про бабушки. Это? Ну да, бабушки же еще нет. И это. Давай, пошли. Привет. Ой, все с камерами. Марта. Ты моя деточка любимая. Тренды. И тебя, Машунька. Спасибочки. Потом да, с тобой потемаемся. Давай, Темки. Идем поздравлять так. Бабушку. Бабушка, с днем рождения тебя. Спасибо. И с 8 марта спасибо. Тебя. Спасибо, Нурина. С 8 марта! Спасибо огромное! Боже, еще и меня спасибо. С 8 марта. Ну, с ума как? Сойти. Ну. Спасибо. Бабулечка, с праздничком тебя. Спасибо. Ты у нас самое главное сегодня. Мишка. Мы тебя поздравляем. Мишка. Иди рассматривай свои Мишка. Подарки. Что ж там такое? Можно? С наклейками заклеено. Тут еще наклейками заклеено. Ух ты, какие наклейки красивые. Ничего себе. Какая красота. Вот это да. Так, иди сюда. Класс. Спасибо тебе. Мой птенчик. Что-то у тебя такое интересное? Это лизун из вот этого набора? Да, кранчик, который линяет, потому что он жесткий. А ну подожди, давай его растянем. Какой классный получается. Ой, мне кажется, он тут волос. Да. Есть. Вот, я тебе его держу, можешь его достать. Угу, вот волосинка. Все, доставай ее. Моя. Твоя. Ребят, у нас заканчивается уже вечер. Мы супер классно погуляли. У нас безумно сегодня классная была компания. Все были вот такие вот позитивные. Всех поздравили, все довольные, все счастливые. Еще раз вас поздравляем, мальчики. Да. Что да? С 8 марта надо сказать. Да, мальчики. Девочки, с вас с 8 марта. Да, с Международным женским днем. Девчонки, с праздником вас! Всем будьте вам счастливы. Любви.
И меня надо обязательно потримать. Я Киру. Кира, а ты папа? А меня никто. Нет, я тебя. А ты Алёша. Вот так вот. Ребята. Вот, передавайте наш квест дальше. Да, всех целуйте. Всем Сёмочки, всех с праздником. Девчонки взрослые, большие, еще раз вас поздравляем. И на сегодня мы вам всем скажем... Пока-пока!